Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. Значит, продолжаем наш эксперимент с микрозеленью. Чечевицу замочила опять, потому что всего осталось 3 лотка, чтобы этим павлинам давать. Значит, что у нас сейчас? Здесь кукуруза. Да что такое, почему кукуруза-то? Я тут раз сказала, что это кукуруза. Это не кукуруза, по виду, я смотрю, и ассоциация. Это горох. Это подсолнечник. Вот эти 6 лотков я вчера вечером достала и поставила. Поэтому они более зеленые, чем вот эти. Вот эти такие желта. Но у этих семечки больше сползли. А эти, конечно, с семечками. Надо было подержать еще. Но вот мне все жалко. Я их вытащила. А сегодня смотрю, у этих... коробочки подняли друг друга, хотя они стояли вот так вот все прижатые, но они были поднятые. И еще, которые постояли подольше, у них корневая там прям вот вся сплелась, а у этих, конечно, меньше. Так, все, здесь лук, а вот еще здесь это, посадила еще горчицу. Ой, что здесь? У нас катастрофа с утра. Я только погуляла, сходила с собакой. Катастрофа в чем? Ах, так, здесь как? Его не видно, наверное. Ну, это катастрофа, вот. Это не вода, ничего, вот оно везде здесь, все. Идите сюда, 2 сумасшедшие. Линда, Кнопа. Успокойтесь. Кнопа, иди сюда, Линда. Сейчас иди сюда. Получите. В общем, они что это? Линда, Кнопа. А им некогда, вон они играют под столом. Они разлили бутылку масла. А сейчас он еще провод перегрызет. Кнопа, уйди от провода. Потому что она этот интернетовский провод же перегрызла. Я сейчас по шее дам. Все. Линда. Кнопа. Папа, скажи доброе утро, страна. Я сейчас скажу. Доброе утро, страна. Доброе утро, страна. Оу. Мама, иди с телефона. Куда? Ты не пояснил, куда идти. Чтоб там пи было. Линда! Вышли гулять. Линда, вот с утра был снег, сейчас он уже растаял. Вон еще фигурки, вот еще лежат. Сегодня к нам приедет тренер. Ну, в общем, будем заниматься дрессурой. Куда пошла? Линда, иди сюда. Да, доча. Пока общий язык с собаками найти не могут. Единственное, только с Кнопой. Кнопа, иди сюда. Кнопа. Кнопа красавица. Да, девочка, красавица. Где Линда? Ай, Ализа увидела собак и все. Все, это крик. Крик. Пойдем к Лизе. Пойдем к Лизе. Пошли к Лизе. К Лизе пошли. Лиза. Вот, она видит собак, и надо к собакам. Да, надо к собакам. Ай, я, скажи, так люблю собак. Ну, перестань. Кнопа, где Лиза? Лиза, ну они же не понимают, да? Ты пугаешь только их своим криком. Да? Ты пугаешь? Ну нет. Тебя тоже отпустить погулять? А? Да, да. Ну. Ой. Ну что боитесь?
Что вы ее боитесь-то? Пошли, пошли гулять. И мама гулять не будет. Пошли. Папа возмущается. Да, папа? А? Чего возмущаться? Говорит, теперь это мамина собака. А? Андрюш! О, пошли знакомиться с Наной. Ну, Нана-то не тронет, а вот доча, да. Папа собирается у нас на ферму. Как бы не хотелось сегодня ехать в город, суббота вроде как, но у нас, чтобы сделать еще одну полку, Михалыч уже уехал, чтобы сделать еще одну полку, закончился провод, чтобы соединять и протянуть его к лампочке. Поэтому вон, мы с Ваней в город, ну и Диму по пути закинем в, это, в мои документы, сегодня записаны. Убери канистру. Все. Мальчишки молодцы у меня. Я же говорила, не говорила. Занялись будками. Хватит, хватит туда сена, Даян. Пускай еще кинь, ты последний. Хватит. А дальше там нету. Ну, да, залазь. Для собак, а не для детей вообще. Все. Туда будем садить непослушных детей, Даяна. Все. Там еще, в общем, в гараже еще будет. Ну, там в гараже сейчас мастерская. Хаоса навели. Молодцы, конечно. Я спрашиваю. Михалыч, говорю, видел? Видел, говорит. Ничего не сказал. Такая огромная. Они ее еще утеплили. Сейчас Нану перецепят. Ваня делает, вон там не переделывает. Шкаф еще один доделывает. А Алиса ходит, ругается. Скажи, намусорили. Алиса, поругайся. Скажи, намусорили, да? Подметает. Чё ты? Что случилось? А? Ничего. Вот, лампочки. Еще один шкаф сейчас будет с лампочками. Вот. Самоучка электрик. Посмотри на меня. Просто он злится на меня, потому что я ему изначально не сказала, куда какие лампочки. Он сделал сюда белую и ультрафиолетовую, и также везде я попросила его переделать. Да, Ваня? Нет. А он не хочет переделывать. Ну как не хочет? Надо. Да? Вроде бы как недавно мы показывали птичек, но вот просили показать наших животных. Здесь находятся павлины. Сейчас я открою. Павлины. И смотрю, несколько куриц здесь опять с ними. Уйдем отсюда, идем. А, пошла сбежать, ну иди. Так, у павлинов к осени опадают... Они сбрасывают свои хвосты, и поэтому вот сидит наверху самец с ярким оперением. Вот у него хвоста практически нет. Второй самец вот там в клетке ходит. Поэтому таких... А к весне эти хвосты у них обратно отрастут. Идем дальше. Индейка. Ну вот, которую, я думаю, будем мы забивать. Не будем мы забивать, но они сейчас пока несутся. Это не кроссы, это порода. Единственное, вот белый. И то это были белые широкогрудые, а не кросс. Вот здесь два самца получается и четыре самочки. Ну, это то, что осталось. Сейчас закрою. Мальчишки велосипеды затащили сюда, поставили. Так, ну вот здесь молодая еще индейка сидит. Здесь курицы сидят на этом. Ну, яйцо несут сейчас.
Здесь курицы сидят. Не хотела и цесарки. Не хотела, я уже говорю, не хотела я на зиму никакую птицу. Вот. Ну, сейчас к страусу. Все. Что? Соскочили. Днем они еще выходят, гуляют на улице. Потому что у нас сегодня ночью температура 0-1. Поэтому это еще тепло, можно сказать. Любопытный? Ты клюнуть хочешь? Они у нас не агрессивные. Совершенно спокойные. Можно сказать, ручные. Но не надо. Все. Три еще отдельно страуса. Сейчас пойдем к ним туда. Ну-ну, давай-давай, вставай. Барабань. Здесь взрослые страусы. Ну, подъем. Улеглись они уже. Скажи, мешают только. Они практически не отличаются от Александры. Ну, конечно, ростом они побольше, чем молодняк. Но я говорю, объединять их нельзя будет. Ну, потому что они будут их забивать. Вот в эту клетку, я уже говорила, посадим Дуню. Дальше. Значит, здесь остались утки, несколько гусей. Ну, уток убирать будем точно. Только дикие останутся. Дикие гуси и дикие утки. А вот эти белые все пойдут на забой. Ну, гусей, скорее всего, тоже будем вот домашних убирать. Ну, потому что нет, не хочу я на зиму птицу держать. Так, это осталась последняя Манька, которая была самая маленькая. Вот она сидит. Ну что, вот которая гуляла у нас по ограде. Все, Маш, 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 Маш. Ну, этот Михалыч говорил, к Новому году ее забьем. Ну, посмотрим, не знаю. Маш, 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 все, побежала. Остальных уже забили. Так, ну, а коз и козлят вы уже видели. Да, козулины? У нас есть козы Камори, у нас альпийские козы и нубики. Ну, что? Ну, нубики, я сразу скажу, что они не стопроцентные у нас. Маргош, ты куда полезла? Вот куда ты полезла? Скажи, пожалуйста. Поскакала. Вот. Первое видео, если помните, с козами, какие они были дикие, просто дикошарые. Подходили к клетке, они все разбегались. Но сейчас совсем другая картина. Мы и поцеловаться любим. Вон среда и ревность у них друг к другу. Ну, Дуняша. То бишь все животные любят ласку. Если к ним по-хорошему, и они будут... А, угу. И они будут к тебе относиться так же. Это мальчик Сид у нас. Вот, Каморюшка. Иди сюда, ой, красавец. Ну, а что ты психуешь? Что ты? Не нравится, когда тебя за уши трогают, что ли? Ну, что такое? Что? Вот у него неправильно сделано обеззараживание. У него вот здесь вот рога остались. Он пришел нам уже обезроженный. Ну вот, часть рога у него на голове так осталась. Все, да, да, что ты такой? Совсем. Это еще козюлины, подрастающая смена. Ну, вот. Ну, все, 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 все. Ну, эти-то совершенно ручные, потому что они выкормленные с бутылки. Мы после окота сразу забираем козлят и выпаиваем их с бутылочки. Да. А Дуня с Портосом на улице. Ну, еще тепло на улице. Я говорю, что ночью еще не так холодно, поэтому пока еще на улице. А эти теплолюбивые.
даже если дождик там или ветрено на улице, стоят, бегают, чтобы их загнали, запустили в хатон. Лунтика не вижу где. А, он вообще наглый. Значит. Между это. Запустите-ка его в клетку к козам. На этот. Нет, 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 нет. Для контрольного, как говорится, выстрела нужно его запустить. Ну что такое? Что такое? Вот такие все. Да, он еще не это, не хочет выходить. Отщепенец какой-то сам по себе. Ну, тут. Ну, лунтик хорошо подрос. О, зашел. Сейчас вылезет через вот эти вот. Да, конечно. Все, значит, вот такие животные у нас. Пони, козы, птица. Находятся здесь у нас на участке в Мархе, где живем. А коровы у нас находятся в Тулагино, на второй ферме. Вот такие дела. Поэтому на сегодня все. Всем всего самого доброго, светлого, хорошего и всего того, что вы сами себе пожелаете. Все, пока-пока.